Довольно симпатичная модель, 45 литров, с большим функционалом и крепкой тканью. Здесь у нас заявлено 45 литров. Здесь широкая фурнитура. Посмотрите, какая широкая молния. 45 литров – это нижний доступ. Если у вас мокрая одежда, то можно отправлять сюда. Если обувь, если спальник – все можно, пожалуйста, на этой секции. Здесь мы переходим к боковым стропам. Крепим палатки и пенки сюда. Бутылочки сюда. Здесь еще есть карман дополнительный для всякой мелочи. Дальше. Что мне в этом рюкзаке нравится, так это усиленные лямки. Они широкие. И смотрите, они все дышащие. Вот. Помимо этого, здесь очень большая подушка для спинки и поясной ремень с карманом, что немаловажно, мелочь какую-то положить в походе. Сверху есть возможность положить пончо, дождевик, а также пауэрбанки, что вам необходимо. Сюда берете, крепите еще, если есть ключи, можно на карабинчик все. Кстати, регулируются стропы на этих штуках, ручка, чтобы, если он тяжелый, нагружать себе на спину. В целом, очень, посмотрите, добротно выглядит спина. Не пожалели тут качественные фурнитуры, подвесов. В целом, еще рюкзак радует тем, что у него здесь находится... Одной рукой сейчас, хоп, да, попробовал. Дождевик. Захотели, всю эту историю накрыли, и все. Спасен рюкзак от дождя.